Приветствую вас. Текст получился достаточно большой. Вот, я его не буду читать и не буду перечитывать. Вот, скажу просто, что автор вопроса – девушка в отношениях с молодым человеком 3 года, мужчина злоупотребляет алкоголем очень сильно, со всеми вытекающими последствиями. У девушки есть другой, скажем так, человек, который испытывает не чувства, и она, по сути дела, задается вопросом о том, будет ли ей лучше со вторым человеком, который будет ли он больше ее ценить и так далее. Вот, но испытывает стыд за то, что молодой человек запретил ей это. Что хочется сказать здесь? Вот вы пишете, как я могу думать об отношениях с другим человеком, когда у меня есть молодой человек. А вот, собственно, эта фраза, она, не знаю, насколько она для вас значима и важна, но я хотел бы обратить на нее внимание, потому что она, мне кажется, ключевая. Значит, а вы... как бы говорите, что ваш молодой человек вам, по сути, портит жизнь, да? Вы говорите, что он там вас обманывает, унижает, там и так далее. И при этом вы говорите о том, что для вас важен его запрет. Вот. Вот вопрос. Вы сами говорите про молодого человека, что он, мягко говоря, нехорошо себя ведет. И сами же тут же говорите, что ну вот он же мне запретил, как я могу думать о другом. При том, что вы несчастливы. То есть вы позволяете себе быть несчастной. Позволяет себе вам что-то запрещать. И испытывать стыд за то, что хотите быть счастливы. И не хотите страдать. Вот, собственно, ключевые проблемы. Это проблема. Проблема с самооценкой. Это проблема с уверенностью в себе. Это проблема реализации. Потому что вы говорите, что с кем мне будет лучше, кто меня будет больше ценить. Вот. Проблема в том, что вы не цените сами, саму себя. И, собственно, у вас нарушены личные границы. Такая вот прям-таки классическая история для созависимых. Дальше. Отдельно хочется сказать следующее, что вы, конечно, говорите о том, что вот как мне выбраться из замкнутого круга, да, как мне в себе разобраться, вроде бы говорите вы, но открою вам небольшой секрет, что это вы немножко лукавите. Дело в том, что на самом деле, сейчас, вы менять ничего не хотите. И не будете ничего менять. А вы будете саботировать любой, на данный момент, посыл к тому, чтобы от молодого человека уйти. Потому что вам нравится, несмотря ни на что, чувство контроля над ним. Вам нравится, несмотря ни на что, некая такая определенность с ним, некая такая уверенность, что человек никуда не денется от вас. А вот, ну, куда он уйдет, брат? Он
Вам это нравится. И вы не будете. Вы не будете это менять. Вы будете это саботировать. Вы будете этого избегать. Хотите вы этого или нет. Но вы будете этого избегать. Потому что боитесь неопределенности. И работать нужно соответственно именно с этим. Работать нужно с тем, что у вас вот эта вот непереносимость неопределенности. Вы ее боитесь неопределенности. Вы не стараетесь всеми силами избежать неопределенности. И вы будете ее избегать. Пока не будете работать с психологом. То есть основная ваша здесь задача это пойти на психотерапию, почитать про созависимость, ну, увидеть, как бы, ну, картинку вот этой вот. А созависимости моей. И признать, что сами вы с этим не справитесь. Увидеть свои страхи, признать их, и начать работать. То есть пойти на психотерапию. Да? Вот. Дальше. Вы пишете. Хотите профессионального совета. Так вот. Психологи не дают совет. Дать вам совет непрофессионально. Значит, вам надо разобраться в себе, почувствовать себя. Психолог в этом поможет. Почувствовать свои приоритеты, свои мотивы, свои желания. Вот. И все остальное. Да? И тогда у вас появится шанс. На самом деле, реальный шанс, что ты исправишь. На самом деле, реальный шанс, что ты изменишь. Понимаете, да? А сейчас такого шанса у вас нет, к сожалению. Понимаете, да? Такая штука. А вот, что я хотел вам сказать. И на что хотел обратить ваше внимание. Созависимость – это история про такую, знаете, довольно прочную интеграцию, довольно прочное такое интегрирование с психикой человека. То есть зависимость как вот такой мотив, да, а он проявляется вот в этом, что вы говорите, мол, молодой человек вот такой, я устал от него. И в следующую секунду вы пишете о том, что он же меня запретил, как я могу. Это и есть зависимость. Но такая локальная, конкретно проявление ее. Я уже не говорю про то, что вы используете запреты, манипуляции, угрозы, вот это все, это не так. Зависимость – это история про прочную интеграцию, про прочную ассоциацию с психикой человека. Настолько прочно, насколько это вообще возможно.
И вы будете сопротивляться. То есть в терапии все зависимые сопротивляются. Очень сильно. К сожалению. Понимаете, какая штука? И вам нужно быть к этому готовым. Вот, прямо сейчас вы можете у себя спросить. Просто глобально, без привязки к молодому человеку, к другому человеку. Хотите ли вы так жить, как сейчас живете? Ну, просто хотите так жить? Вот. Если нет, обращайтесь. Поможем. Если да, если в глубине души вот как бы, ну, не нравится, да, ну, в целом как-то нормально. То есть, ну, то оставайтесь так. Вам никакие советы не нужны. Понимаете? С точки зрения совета, здесь история про то, что вы уже приняли какое-то решение. Вот. И, соответственно, ищите подтверждение. Если подтверждение не найдете, убедитесь в том, что вы правы. Вот. И все равно поступите по-другому. Тут дело не в совете. Дело в том, что подобная модель поведения, вот я вам сейчас зачитаю отдельные моменты, сейчас найду их. Значит, вот вы пишете, я люблю его в эти моменты, когда он не прикасается к алкоголю. И вы пишете, что я не люблю его в моменты, когда он пьет, ревнует ко всему, что движется и так далее. Этот момент. Дальше, плюет на мои запреты, значит, пиво. Этот момент. Дальше, значит, так. Я терплю и жду. Может, он все-таки изменится. Вот этот момент. Недавно поссорились. Не вы поссорились, а я поссорилась с ним. Да? То есть, как бы, своей ответственности, своего вклада в ссору я не замечаю. Вот этот момент. Дальше. А я его еле уложила. Вот этот момент. Дальше. Так. Меня это достало, я поставила ему ультиматум. Либо кодирующий, либо расстаемся. Вот этот момент. Я опять поверила, когда он сказал, закодируюсь. Вот этот момент. Он говорит, буду меньше пить, но теперь выходные опять повторяются. Вот этот момент. Дальше. Так, значит, так. Я чувствую стыд за то, что общаюсь с однокурсником, ведь мой МЧ запретил мне это. Вот этот момент. Вот эти моменты все, которые я сейчас процитировал, эти моменты пришли с вами, из вашей семьи. То есть эти моменты были уже, когда вы начали встречаться с молодым человеком, 21 год. Они уже были. Понимаете? То есть вот это склонность, готовность к созависимости, готовность к жертвованию собой ради другого человека, то, что вы терпите там 3 года или сколько, это у вас уже было. Понимаете? Молодой человек только раскрыл вас это было уже. И, соответственно, если вы выйдете из отношений с вашим молодым человеком, вы никуда не денетесь. Вот эти моменты ваши никуда не уйдут. И с вашим однокурсником, даже если вы вступите в отношения, скорее всего, вместе быть вы не сможете, потому что у него А. Есть личные границы, Б. Он себя ценит и любит, В. Вы будете к нему ревновать, потому что вы будете считать себя недостойной его, и будете бояться, что он вас бросит. Ну вот. Ему не нужна мама. А вам очень важно иметь контроль. Я об этом уже говорил. Определить.
определенность. Вот. Поэтому вы к однокурснику никогда не уйдете. Да, вы можете смотреть на него издалека, вы можете любоваться им, вы можете мечтать о жизни с ним, но этого никогда не будет. Он вам не подходит. Пока что. Пока что. Однокурсник, кстати, тоже, знаете ли, такой человек, да, любит быть спасителем. Он, конечно, не спасает прям вот так вот, напрямую, но склонность есть. А ваша проблема в том, что вы не можете в этом смысле быть классической конкретной жертвой. Вы можете быть только сами спасителем. Что тоже жертва, но немножко по-другому. Вот. Вы боитесь быть слабым. Запреты, терпение, стыд, родительское поведение по отношению к молодому человеку. Это все про силу. Вы не можете быть слабым. Фактически вы не можете поступать как женщина. И вы знаете, я вам скажу больше, что то, за что вы любите молодого человека, когда вы думаете, вы его любите, это не главное. На самом деле вы привязаны к тому, что вы в нем не любите. Вот к этому его поведению. Понимаете? Это его поведение вам нужно. И вы скажете нет. Вы скажете, нет, Андрей, это неправда, это чушь, как я могу это любить, это же ужасно. Это сознание. А в подсознании все происходит совсем по-другому. Знаете, какая штука? И вот именно поэтому у созависимых высокая степень сопротивляемости и маленькая степень анозабельности, то есть восприимчивости к психотерапии. Поэтому работа с созависимостью достаточно долго. Вот. Как-то так. Хорошая новость в том, что вам 24 года. Хорошая новость в том, что психика у вас достаточно гибкая. Вот. Так что можно это исправить. Вот тотальная нелюбовь к себе, когда вы терпите, ждете, что кто-то изменится. Такая вот пассивность в этом смысле. И активность в другом смысле. Это то, что вам нравится. С одной стороны, страх принять решение. С одной стороны, страх жить для себя. То есть, тотальное обесценивание себя. И с другой стороны, компенсация этого своей важностью для человека, который сам ничего не может. Вот так вы живете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.